Прошедшие паводки в мае 2014 года нанесли значительный ущерб не только жителям поселений, но и инфраструктуре. В частности, были повреждены мосты и пешеходные переходы через реки. До сих пор продолжаются устранение последствий стихийного бедствия. Хутор Игнатьевский – одно из наиболее пострадавших поселений. Жители своими силами начали восстановление пешеходных переходов. В результате паводка в мае 2014 года у нас на протяжении всей реки, у нас река проходит по всему хутору, были снесены пешеходные переходы, разрушены мосты на дорогах республиканского значения. Вот до сегодняшнего дня восстановительные работы продолжаются. На сегодняшний день, в общем, восстановлен один мостик по улице Садовая, с улицы Советской на улицу Свободы. Привлечены спонсоры, за счет спонсорских средств там потрачено более 300 тысяч рублей. Второй мостик, он должен быть закончен к 14 марта. Это собственными силами, собственными средствами, 145 тысяч средств местного бюджета потрачено. Рабочие, это наши хуторяне, в общем, хозспособом ведутся восстановительные работы. Также вот в настоящее время дорожная служба проводит ремонтные работы моста республиканского значения. Он тоже был подмыт и находится в аварийном состоянии. Но к весне, в общем, к лету у нас уже будут восстановлены все мосты. И думаем, что завершим все работы, проблема будет снята. Сооружение, которое не входит в полномочия поселения, также ремонтируется. В момент нашего приезда работники Кашхабльского ДРСУ проводили ремонтно-восстановительные работы на мосту через реку Чехрак. Основной из приоритетных задач правительства республики является газификация населенных пунктов. В хуторе Игнатьевске не газифицирована была северная часть хутора. Не хватало давления газа. В настоящий момент заканчиваются работы по подведению газопровода высокого давления к хутору. В этом году высокое давление будет введено до улицы Советская, от которой пройдет распределение газопровода низкого давления по всему хутору. Теперь хутор будет газифицирован на 100%.